Уже полтора года Success Factory работает над Forex Insiders. Ежедневный оборот на мировом рынке Forex составляет более 5 триллионов долларов. Опытные участники рынка получают хорошую прибыль. Forex Insiders, команда опытных дейтрейдеров, работающая с машинным обучением и искусственным интеллектом, теперь к вашим услугам. Их цель — помочь вам разобраться с большим объемом информации в Forex-индустрии, предоставляя только самое важное для успешной торговли. Разработаны 4 торговых робота, оперирующие более чем 50 различными стратегиями и параметрами, которые генерируют трейдинговые идеи для 28 валютных пар. В дальнейшем эти идеи анализируются вручную ведущими дейтрейдерами. Фокусируясь на качестве, а не на количестве, Forex Insiders предоставляют только высоконадежные трейдинговые идеи, новости индустрии и обзоры, которые имеют значение. В среднем робот в связке с командой выдает 20 высококлассных идей в месяц. Ребята, всем привет! Меня зовут Виктория. Как меня слышно, поставьте, пожалуйста, плюсики. Здесь хочется сказать, обозначить нашу тему. Это Forex Insiders, это отзывы о работе с реальным счетом. И немножко будет обучение. Здесь также хочу сразу же отметить, что Forex Insiders – это, значит, продукт, который предоставляется компанией Success Factory. Это идеи, трейдинговые идеи, которые приходят к нам на электронную почту и к нам в личный кабинет. И это, значит, подписка, это абонентская оплата, которая вносится ежемесячно, это 49 евро в месяц без НДС для граждан, которые не являются Евросоюзом. Наша компания полтора года они изучали продукт, изучали роботов на Форексе, как это все работает. И у нас запущено 4 робота, которые выдают нам 28 валютных пар. То есть в месяц у нас примерно где-то 20 идей на 28 валютных пар. Статистику взяли за последние 5 лет, и при депозите в 10 тысяч долларов за 5 лет наши роботы принесли прибыль в районе 3 миллионов долларов. Что касаемо относительно других роботов и моего изучения личного, других компаний, сразу сравню. Цены на роботы стоят от 700 долларов, поэтому мы вне конкуренции, и наш продукт занимает первую строчку сегодня по продажам с такой минимальной комиссией 49 евро. Хорошо, друзья, пойдемте тогда уже в отзывы, да, как мы работаем по реальному счету. Мы видим на скриншоте валютную пару евро с британским фунтом. И в наша идея нам дает три возможности, три take profit. Такое понятие есть take profit, да, выставить сделку на короткую, длинную, либо среднюю. Это уже на нашем сленге. И вот здесь я выставил три take profit, длинный, короткий, средний, в одной валютной паре. Евро с фунтом британским. И, как мы видим, разный тейк-профит и разная цена у меня сделки была, по-разному сыграли, но в итоге принесли за 5 часов работы 102 евро. Коль, расскажи, пожалуйста, вот про твои ощущения, когда ты только начинал, да, как у тебя было, как твои партнеры, если партнеры те, которые твои подключились, и... Вообще, вот как состояние твое, когда ты только начал, как сейчас, и какие уже есть финансовые результаты по работе с Форекс уже? Ну, я узнал также одним из первых на событии в Дубае. Компания нам презентовала этот продукт, и что мы сделали сразу своей командой, группой, с наставником Сергеем Силантьевым, мы сразу начали разбираться и делать регистрацию. Мы начали заходить на демо-счет, и что я советую, это зайти на демо-счет, поработать на нем хотя бы пару недель. То есть, покупая подписку за 49 евро, 2 недели вы
посвящаете тому, чтобы набить руку, как сказать, понимание свое, да, то есть осознать, как это работает, где что находится, где, куда что приходит, откуда какие значения брать и уже как их выставить и как это все работает. То есть за две недели на демо-счете, в моем случае, ну, мне хватило две недели, и я понял, как это работает, начал сразу говорить это партнерам, предлагать это своим новичкам, показывая, как это все действует. И уже с людьми своими в команде мы начали регистрировать демо-счет. Демо-счет, то есть дорожка откатанная, это очень быстро, легко, ребята. Вам всем скажу, если кто-то что-то думает, это не его и не понимает. На самом деле все легко и просто. Ну, 5-7 минут все это делается. После этого, конечно, первые 200 евро я положил на счет и начал торговать. Было у меня пару идей, в которых я не разобрался, они ушли в минус. Они ушли в минус. Это мой человеческий фактор, это моя прометчивость. То есть, и ни в коем случае это не сам робот сработал в минус. Это вот мой такой косяк, так скажем, такой косячок. Да, вот здесь мы видим на слайде как раз... Валютная пара сыграла в минус. Здесь много вещей, которые повлияли на это. Ну, во-первых, я советую всем время от времени, когда выставили сделку, конечно, посматривать. Все-таки заходить и смотреть на то, как она работает, как она играет. Так вот, в продолжение моих ощущений, что сначала мне было непонятно, но как только я вышел на демо-счет, поработал на нем две недели, зашел на реальный счет буквально где-то через неделю после прилета из Дубая, начал работать и играть на минимуме, и пошли первые результаты. Пошли где-то первые там 11-14 евро с идей. Вот. Потом я добавил, и сегодня у меня в работе порядка 800 евро, и это моя прибыль с 500 евро. То есть сегодняшняя прибыль моя составляет 383 евро за 5 недель. Это на сегодня мои результаты, и это классное ощущение, что есть такой инструмент, на котором можно сегодня индивидуально, то есть я сам лично зарабатываю на нем. Да, и, конечно же, этот инструмент, как сам продукт Forex Insiders, мне помогает развивать свою структуру, строить свою сеть, строить большую команду и обучать свою команду, как работать с этим инструментом. На сегодня для меня все прозрачно, 100%, и очень все легко. Поэтому я хочу развести вам тучи руками, что это несложно. Каждый любой в любом возрасте может научиться. Да, Николай, спасибо большое. Спасибо за твой отзыв, за твои результаты. Я тебя очень благодарю. Ребята тоже тебя благодарят в чате. Да, спасибо, и сейчас наш лидер из Самары, Светлана Сидорова. Пожалуйста, поделись своими успехами и своими ощущениями, как у тебя это происходит. Да, еще раз приветствую всех, друзья. На самом деле, очень интересно все в жизни у нас происходит. Казалось бы, кто бы мне мог сказать, еще несколько месяцев назад, что я буду делать ставки на Форекс. Я только слышала где-то отдаленно, что существует такая биржа. Но, собственно говоря, я была уверена, что только профессионалы, люди, которые долгое время этим занимаются, могут иметь там успех. Но получилось так, что компания Success Factory нам такую возможность дает, и мне лично дала такую возможность. И правильно Николай сказал, независимо от пола, возраста, каждый может сделать абсолютно простые несколько шагов, то есть это приобрести подписку всего за 49 евро. И надо сказать, немножко вперед зайду, по поводу результатов. Так вот, на прошлой неделе, когда я немножко добавила, я еще потом скажу про свой депозит. В общем, факт то, что вчера, на прошлой неделе я подписку свою, можно сказать, ну, то есть я заработала эти деньги, и подписка стоит 49 евро, и эти евро я уже заработала, то есть на первой неделе. Значит, начинала я также на демо-счете. Конечно же, всем однозначно нужно начинать с демо-счета.
На демо-счете зарегистрироваться очень просто, через MetaTrader 5 мы делаем ставки. Делаем ставки, когда приходят идеи, и выставляем всего несколько параметров, тоже это абсолютно несложно. Так вот, на демо-счете я тоже была, не побольше, я была около 3 недель. И, собственно говоря, потом завела всего 100 евро. И на 100 евро у меня были очень хорошие плюсы, но были маленькие. То есть на 100 евро просто у вас не будет возможности делать, ну, как скажем, большие ставки. То есть это будет ограничение. И, собственно говоря, вот эти маленькие плюсики, они были настолько приятные. То есть ставки срабатывали в плюс, ну, 2, 3 евро, 4 евро. Вот. И, собственно говоря, потом я добавила деньги на депозит. Сейчас у меня вот на прошлой неделе очень великолепные результаты. Ну, конечно же, нужно иметь холодный ум, нужно к этому подходить. А, так, ну, с холодной головой. Потому что когда ты видишь, а ты смотришь в реальном времени, да, как у тебя появляется плюс, начинают гореть глаза, что сейчас будет еще лучше. То есть нужно с холодной головой, как говорится, вовремя остановиться и понимать, что да, вот сейчас вот такой доход, и то есть это уже приятно, это нам, ну, замечательно. То есть мы зарабатываем. Сейчас у меня депозит 650 евро в общей сложности. И сейчас, конечно, у меня больше возможностей. Вот я сегодня жду новую идею для того, чтобы можно было дальше делать ставки. Вот. Так что вот такие замечательные результаты, и, конечно же, плюс он гораздо больше, чем отрицательные сделки бывают, и надо понимать, что они в любом случае будут, то есть это биржа, это рынок, это волатильность, тем более сейчас, когда валюты у нас нестабильны, но в любом случае плюс по истечению месяца вы посмотрите, насколько у вас будет больше все-таки положительный результат, чем отрицательный. Поэтому всем очень рекомендую, начинайте, и, конечно же, это очень классный инструмент для того, чтобы начать просто даже с холодным рынком коммуницировать, то есть с людьми, с которыми вы просто знакомитесь, вы можете знакомиться через Форекс, рассказывать ему о своих результатах, успехах, а потом человек, естественно, когда заинтересуется продуктом, он уже будет смотреть, что еще есть в компании. И уже есть такие примеры, да, люди интересуются, помимо Форекса, что у вас есть еще. И хотят тоже продвигать этот продукт и получать комиссионные. Есть возможность у нас работать с мобильного приложения, с телефона или с компьютера. И вот здесь на слайдах вот это, значит, история транзакций с телефона, она такая простая, а вот это транзакции с компьютера. Я, если честно, вообще ни разу не математик, и мне вот здесь сложно. Ну, как бы, какие-то так много цифр, я этого не хочу. Потом в конце презентации мы вам покажем, как это сделать гораздо проще. Но есть люди, кто математики, анализаторы, они прям вот это все любят, и это специально для них, чтобы им было хорошо и комфортно. Вот статистика, которую я посчитала за апрель. Ничего я не придумывала, я просто взяла те идеи, которые у нас были с 1 апреля по 30 апреля, и все их разложила вот по полочкам. Вы видите, что всего было 28 валютных пар. Мы можем поставить все три, как Николай делает, да, три ставки сделать сразу. А можем одну поставить на первый, на второй или на третий. И вот здесь в таблице видно, что это значит взять свою прибыль. Take profit переводится взять свою прибыль. Из 28 идей, которые приходили к нам за апрель, 7 идей не сработали. Это значит, что те параметры, которые выдавал нам робот, рынок в них не зашел. В минус сработали 5 идей из 28. То есть минус получился 15%. По третьему тейк-профиту получилось 10 сделок. И они дали 89,66% за месяц на ваш депозит. Это прям вообще, я не могу без улыбки на это смотреть. Волшебство. Даже если мы вычтем вот эти 15%, которые были минусовые сделки, все равно огромный плюс. По второму тейк-профиту дали 11%, и по первому 13% было 4 сделки на эти. И вы сами можете выбрать, сколько вам ставить, как вам ставить, когда вам ставить или вообще не ставить. У нас есть обучение, бесплатное обучение в Google классе. Я вам там дальше покажу ссылочку, дам все, куда заходить, как записаться. Это все обучение у нас есть. Мы сейчас вам рассказываем принцип, как можно с этим работать, как присоединиться и как получать прибыль, ту, которую есть, которая есть.
Вам нужно прислать заявку на электронную почту, чтобы получить доступ к бесплатному обучению на Google классе. У нас вот здесь Денис Луч есть еще. Может быть, Денис, ты присоединишься, поделишься своим опытом, как ты работаешь, сколько ты ставишь, какой у тебя плюс уже или какой минус, что у тебя происходит. Да, здравствуйте, дорогие партнеры, Виктория, Николай, Светлана. Добрый день. Всем привет. Я наконец-то научился входить в эфир. Спасибо. Насчет результата, да, то есть сегодня вот за последнюю сделку я бы вот выделил интересную такую тенденцию, что вот за последнюю сделку действительно получилось окупить, точнее не окупить, а вот то, что я выходил на малые объемы сначала, тоже первый месяц, я проверял Forex Insiders, вот, и в последнюю сделку, что мне понравилось, что я вышел более большим объемом, вот, ну, как бы там чуть большим, чем обычно, вот, и вот эта сделка, она там принесла еще и даже больше, чем третий профит, вот, это швейцарский франк, иена, и она, наверное, купила, ну, как бы одной сделкой, получается, я заработал на минимум две подписки еще двух месяцев на Forex Insiders, одной лишь сделкой. То есть это, ну, реально очень круто, ну, как мне нравится, так просто, ну, это вот когда объем уже, ну, понятно, что надо сначала начать с малых объемов, конечно, тут не все сделки, они бывают прям такие хорошие, да, то есть бывают все-таки эти 5 минусов, но в итоге, да, получается, если делать стабильно, выходить одним и тем же объемом по всем сделкам в течение месяца, ты в любом случае в большом-большом плюсе. Вот это я уже второй месяц вижу и получил реальный результат на реальном счете. Денис, а ты самостоятельно закрываешь сделки или ждешь, когда автоматически на профит закроется? Периодически я вообще сравнивал вот эту торговлю, ну, я тоже торговал многое время, и я пытался как-то их там добавить, да, то есть все время эти сделки, что-то там, может быть, еще лучше выжить, как бы прибыль, да, и так далее. Потом я понял, что не надо ничего такого делать. Просто делаешь сделку, просто делаешь вот эти тейк-профиты, да, то есть устанавливаешь именно по конкретной сделке, и в итоге то меньше, во-первых, время тратишься, вообще никаких там проблем, просто четко все работает, вот именно по тейк-профиту все срабатывает. Просто иногда можно с одной сделки, так скажу честно, да, то, что действительно можно один тейк-профит закрылся, она может потом, ну, были случаи, когда возвращается, опять входишь, опять, и уже возвращается еще на то второй тейк-профит, и в итоге с одной сделки ты 3 раза заработал. Это очень, ну, бывает такое, да, то, что, ну, можно следить. Это уже надо, знаешь, этот опыт иметь, да, чтобы вот отследить это, все сделать. Да, если не опыт, нужно четко следовать, конечно же, руководству в этой идее. Конечно, не нужно никакого. Мы же тоже посмотрели, попробовали сами там посмотреть, ничего хорошего это не приносит. То есть нужно действовать согласно идее, и все будет замечательно. Да. Да, сам ордер, он вообще занимает выставку, как он только приходит. Ты можешь выставить его где-то за 2 минуты. И это, ну, действительно очень важная еще такая реакция, да, то, что как она приходит именно. Вот этот момент тоже важный. Как идея пришла, мы выходим в терминал, в телефоне или в компьютере, занимаясь любыми другими делами, выставляем, ну, 2 минуты там максимум, наверное, вот так вот. Где-то. То есть и можно уже, в общем-то, быть спокойным, следить за рынком, ну, как следить, как она отрабатывает, только она бывает то, что, да, то, что именно вот именно реакции нужно очень важно реагировать вовремя, на идею. Да, на идею именно вовремя надо реагировать, потому что не всегда бывает, ну, то, что ты, если вдруг чуть-чуть немножко промедлил, она может улететь, как бы, да, уже в точку входа, и там уже лучше, наверное, я вот так придерживаюсь политики, лучше не входить уже. Ну, то есть лучше так прибыльнее получается в итоге. То есть ты параметры смотришь входа, да, Коля, извини, пожалуйста, параметры входа смотришь, прежде чем выставить сделку, ты смотришь, да, какая цена сейчас, ну, чтобы посмотреть, да, где находится на графике, да, где сейчас цена входа. Но ты говоришь, если я опоздал, где можешь посмотреть то, что цена входа? Да, я смотрю, на где сейчас цена, и так как правило, наша идея, вот она приходит, действительно, она не там прям как эти, как какие-то алхимики, там
было раньше такое, что включаешь вроде терминал и как бы вроде даже не веришь, как-то она там туда пойдет, да, то есть вроде как. А это точка разворота, и вот этот Forex Insiders, в отличие от других сервисов, он дает точки перелома тренда, и иногда как бы вроде это не кажется сразу наглядно, да, то есть, но потом ты понимаешь, что это все еще настолько заранее нам приходит, что по техническому анализу там, да, это все четко работает как часы, а просто надо иногда чуть подождать, да, то есть не обязательно там прям сразу думать, что что-то не сработало, да, то есть она там то и цена то в нашу сторону, то там стоит на месте, то, ну, в итоге потом понимаешь, что, если, ну, там был такой, что я выходил из сделки, что я как бы не верил, что сделка сработает. В итоге на следующий день просыпаешься, смотришь, и там четко по стопам, четко по тем параметрам, которые нам дали, ну, в смысле, по стопам, по тейк-профитам, да, имеется в виду, она сработала. То есть, и вот это вот очень просто настолько впечатляет, что потом вот с опытом понимаешь, что Forex Insiders — это реально вся, каждый вот этот тейк-профит, они настолько все четко дают, что просто надо делать действительно просто сделки и вообще не париться, как бы вот, вот в этом плане. Да-да-да. Он бывает такое, что сначала идет в минус, потом раз – разворачивается, идет в плюс и берет 3 тейк-профита. Такое тоже бывает. Да. Да, юзернейм ваш и копию оплаты. Если вы только начинаете знакомиться с Форексом, с рынком Форекс, с этими, открываете для себя этот новый мир, там есть все записи обучений, все доступно, все прямо пошаговое обучение, как поставить, что, где, зачем, почему, все это есть. И также вы там можете задавать свои вопросы. Мы на них там же и отвечаем. И для того, чтобы туда присоединиться, в это бесплатное, еще раз повторю, обучение, присылайте заявку на электронную почту, которая указана, и я вам в чате ее написала, и там в этом письме пишите ваш юзернейм, вот логин, и копию оплаты. А копию оплаты сейчас покажу, как она выглядит, как она может выглядеть. Вот я сделала скриншот со своего телефона. У меня наверху видно, какой мой юзернейм, и внизу видно, когда была оплата произведена. То есть все очень просто. И по просьбам трудящихся, так скажем, да, мы создали второй чат. Это чат для продвинутых пользователей. Это для тех, у кого уже есть реальный счет. Вы тоже можете прислать заявку, чтобы туда добавиться после того, как вы уже научились выставлять. Кнопочки нажимать, все параметры выставлять, уже открыли себе реальный счет, и, может быть, у вас есть вопросы или что-то еще. И вообще лучше всегда быть в единстве, в команде, вместе со всеми единомышленниками. И присылайте также свой юзернейм, копию оплаты, скрин реального счета и номер телефона в Telegram, для того, чтобы мы могли вас добавить туда. Да, ребята, я хочу... Буквально 5 секунд, немножко, Вика, прерву тебя, да? У нас вот сейчас видно, что пишут, что нет связи, или плохая связь, или плохой эфир, там, я не знаю. У нас сейчас параллельно идет прямой эфир, ребята. Идет прямой эфир, если плохая связь, у кого-то плохо там работает. Вот, у нас есть на сайте uniteam.top кнопочка. Называется она «Лайвстрим». «Лайвстрим». Если вы нажимаете на эту кнопочку, вы в прямом эфире видите эту трансляцию. То есть если у вас плохо работает эта комната вебинарная, да, если там что-то у кого-то связь не так, да, не работает, то прямой эфир работает, ребят, прямой эфир работает. Поэтому вы передайте, позвоните людям, кто не может слушать, позвоните, пусть они зайдут в «Лайвстрим», там такая... строчечка, и все будет видно. Все, давай, продолжай. Угу. Хорошо. Спасибо большое, Вадим. И здесь вы тоже отправляете заявку, мы вас добавляем, у нас там уже вот 15
участников есть, у кого есть реальный счет еще. Не все туда добавились, мы его создали буквально вот в выходные дни. И отправляйте заявки и добавляйтесь. Угу. А теперь лучше, ну, как бы уже, да, уже более приятное. Тогда как купить? Светочка, расскажешь? Я буду тебе слайды переключать. Да, да, давай, конечно, давай расскажу. Значит, для того, чтобы нам приобрести продукт Forex Insiders, мы должны войти сначала на сайт successfactory.com и нажать в левом углу экрана цифровые продукты. На экране у вас появятся все продукты, которые есть в компании. И вот мы видим, что есть кнопочка Forex Insiders. Мы нажимаем на нее и, соответственно, проходим и видим, что Insider Forex, это уже с переводом, предлагает нам компания за 49 евро подписку в месяц. Мы нажимаем «Получить мгновенный доступ» и оказывается вот на такой страничке. Значит, здесь у нас есть два варианта, как можно приобрести продукт Forex Insiders. Мы можем в этот же момент оплатить со своей кредитной карты. Для этого нам нужно ввести некоторые данные о себе. Это имя, страна, что там у нас еще, город, да, там, по-моему, индекс нужен, Российская Федерация указать, и, собственно говоря, ниже там данные вашей карты. То есть у вас моментально произойдет списание с карты 49 евро. Но есть еще другая возможность. Можно приобрести продукт Forex Insiders с помощью активационного кода. То есть этот активационный код мы можем оплатить со своего личного счета. Да, вот здесь вот введите активационный код. Как мы его можем получить? Мы заходим в свой личный кабинет Success Factory, заходим в бэк-офис и видим, что у нас там есть графа «Продукты». Так, если я не ошибаюсь, да? Да, графа «Продукты». Да-да-да. Заходим, вот у нас появился новый там прямоугольничек, где написано Success Factory, и нажимаем на него. Там все указаны продукты, которые есть, и Forex Insiders, и Bank, все там есть. Мы находим Forex Insiders, значит, пишем количество, естественно, один активационный код. И очень важно, там есть кнопочка вот, «Заплатить с НДС», ADD VAT написано. Мы галочку там не ставим. Если вы поставите галочку, то, соответственно, ваш продукт будет посчитан с НДС. Галочку мы не ставим. И, собственно говоря, нажимаем «Приобрести». И далее этот активационный код у вас там же в продуктах, когда вы заходите, наверху будет написано history, да, и вот на это там нажимаете и увидите ваш активационный код. Вы его копируете и, соответственно, относите туда, где вначале мы были, да, где Forex Insiders мы приобретаем, и вводим, вот, введите активационный код и вводим сюда тот активационный код, который, собственно говоря, вы только что приобрели в своем кабинете, и нажимаем «Купить». Все, то есть два способа, либо с карты, либо с активационного кода. Все очень просто. И так. Уже после оплаты, да, мы видим, что там активное членство написано. Уже значит, да, что все работает. Здесь вот я написала, да, что всего 6 пунктов для заполнения. Это освоить может абсолютно любой человек. Абсолютно любой человек. Независимо от возраста, уровня образования, уровня навыков, как он работал или нет с Форексом или вообще с компьютерами, как он дружит или нет. Я думаю, что 6 пунктов найти в личном кабинете и заполнить их в приложении очень просто. Друзья, можно я еще добавлю одно слово? Да. Я вот по опыту, например, мне очень удобнее намного заполнять идею, когда я нажимаю кнопочку View желтую, там информация об идее, она более, ну, как сказать, структурирована, преподана, да? Когда желтую кнопку нажимаем около идеи, там тогда все данные, они именно так, как их нужно вводить уже потом в приложение Reader, ну, намного удобнее. Это вот, да, они так расписаны очень, там, да? Да, то есть там они как бы уже структурированы, и их так же вводишь, как они там есть. Метатрейдере. Ну, у меня, да. Вот я снимала видео, у меня уходило 1,5 минуты, при том, что я все делала с телефона и тут же заходила в офис, да, вот в этот Success Factory, чтобы посмотреть Forex Insiders, и тут же на телефоне у меня мобильное приложение, и я из одного в другое заходила и выставляла, вот у меня 1,5 минуты уже. Получается, 1, 2, 3 месяца прошло, как я это делаю. Так что у вас тоже все получится.
как приглашать и какой маркетинг-план. Я хочу рассказать именно о маркетинге, да, почему это так вдохновляет. Ребята расскажут именно вот какие-то такие вещи практичные, которые помогают каждый день присоединять новых и новых участников. Да, подтверждаю, конечно, это вот как раз тоже добавлю. По 49 евро, это вот если любой даже, ну, вот и трейдер, и взять там и какой-то сервис, они берут минимум, ну, где-то 300 евро минимум за просто то, что ты с ним можешь общаться. Ну, как это... И, вот по-моему, полезный пар там гораздо меньше, да, Денис, который предлагается? Ну, у нас же 20. У нас продукт, я бы вот тоже такую фразу сказал, что у нас вот то же самое, что у нас как узнавать, как по каким торговым идеям там банк торгует, например, да, там, или какие-то, ну, скрытые инсайды, да, на которых там большие деньги крутятся, да, где вот банковские всякие вот эти там тоже сделки. И вот это у нас такой инсайд в руках всего лишь за 50 евро. Это, ну... Не знаю, я вот, честно говоря, очень в таком тоже в легкой эйфории от такого продукта, который реально, ну, дает, во-первых, пользу многократную, намного выше любых других сервисов, которые я вот знаю, тоже не знаю, где вот, во-первых, роботы, да, мы как говорили с вами, то, что робот, когда управляет, да, ты никогда не контролируешь риск. То есть здесь всегда, ну, есть риск потери, что робот может слить депозит и прочее. Здесь у нас сочетается идеальное сочетание, как и грамотно продуманные, четко выверенные идеи с помощью искусственного интеллекта и еще и живых трейдеров. И плюс мы еще риски полностью, как говорится, держим в руках и можем всегда остановить сделку, если что-то вдруг не то. То есть мы всегда контролируем риски, и никто, кроме нас, как говорится, не сможет влиять на наши деньги. Да. Я говорю, устройте свои деньги на работу и наслаждайтесь жизнью. Вы работали раньше денег столько лет, ради денег столько лет. Сейчас время меняется, и сейчас время, когда нужно устроить свои деньги на работу и заниматься собой, наслаждаться жизнью. Скоро вот путешествовать можно будет. Да, я говорю, самый лучший показатель – это сфотографировать историю своих успехов из MetaTrader 5. Это вот, то есть люди, оттуда же ничего не вырубить, то есть там все, что есть, и все, то есть оно идет друг за другом, все результаты твоих торгов ежедневные по валютным парам, а тут ничего уже не вытащишь, то есть этот результат видел, записал, показал, вот мой результат. А правильно ли я понял, ты за один день окупил почти всю стоимость этого робота за месяц? Супер, супер. А если бы у тебя там лежало 5000, ты бы, наверное, за один день, скажем так, сделал за целый год аренду. Да? Ну, когда-то это будет. Мы дойдем до этого. Я думаю, что в ближайшее время. То, что эта статистика, она всегда есть, даже если какой бы у нас идеальный был робот бы не был, да, эти 5 сделок, может быть, они какие-то и бывают, то есть эти риски все равно мы все-таки должны учитывать, и все-таки рекомендации как 3% максимум от депозита, да, это не просто так, и все-таки количество сделок, оно в итоге все равно дает, ну, что такое 80 или 100% в месяц, это, по-моему, уже хороший результат, как мне кажется, это любая инвестиционная компания в Москве, она никогда в жизни вам таких результатов не сделает. А у вас личный, собственно, наверное, скажем так, личный банк, да, то, что вы можете делать такой результат. Просто не нужно нарушать правила торговли, да. Это вот очень правильно сказано, что первые же потери могут быть только если мы получили на малом объеме хороший результат, вот, потом такие, ой, как хорошо-то, да, потом побежали, включили 10 лотов там, и могли бы потерять бы все свои прибыли. Вот это делать никогда не нужно. Нужно делать одним объемом, вот в течение месяца, вот все сделки одним объемом выходить. То есть, и вот делать именно статистику по количеству сделок, а не по объему все-таки. И как вы только вот заработаете с одного объема, уже там немножко можно увеличивать объем дальше и так далее. Вот. Ну, об этом и по всем у нас в Google классе, в обучении все это есть. Да, присоединяйтесь. Во-первых, как было заявлено в Дубае, что у нас не будет премии 10%, но мы с вами видим уже четвертый месяц подряд премия.
Есть. Я думаю, что компания это оставила в связи с такими сложными условиями во всем мире. И бонус от прямых продаж на этом продукте тоже есть. 10% с продажи. И, может быть, конечно, можно подумать, что 5 евро – это вообще ни о чем. Также второй бонус, он бинарный, то есть вот этот товарооборот встает в общий товарооборот, и 10% с малой стороны мы тоже получаем. Это тоже хорошо. А дальше, то есть когда это такое вот начало, да, и нам может показаться, что это не очень много. Конечно, когда у вас 10 клиентов, там 10 с небольшим, да, клиентов, у вас доход всего 25 евро. Но когда у вас 100 клиентов, у вас 250 евро, ну, это тоже так. Не очень много, конечно. Когда 10 человек увидели прибыль, они рассказали как минимум одному человеку, двум, трем, четырем, пяти, и из 10 у вас будет 100. А из 100, когда 100 человек будут пользоваться, они все равно будут каждый месяц этим пользоваться, вы представляете? Люди очень быстро привыкают к хорошему. И когда я, например, вижу, что у меня есть плюс, конечно же, я пойду и расскажу друзьям, да что вы сидите без денег, делайте. И из этих 100 человек у вас будет 1000 человек. А 1000 человек – это плюс 2500 евро каждый месяц пассивного дохода, просто потому что вы делитесь с людьми вот этим знанием, которое у вас есть, вот этой возможностью, которая у вас есть. И многие люди мечтали о такой работе, чтобы такое делать, чтобы ничего не делать и деньги получать. Это вот прям мечта моя точно. Но когда мы узнали об этом и научились этим пользоваться и получили свой результат, мы не можем молчать, мы не можем не делиться этим. И когда это 1000 человек расскажет своим друзьям, знакомым, просто в интернете будет рассказывать, у вас будет 10 тысяч человек. И это уже будет 25 тысяч евро в месяц пассивного дохода. Это то, о чем мечтают люди. Вселенная наша, она всегда исполняет наши мечты. И мы все мечтали об этом, чтобы была такая возможность ничего не делать и получать. Да, и когда у вас будет сеть таких людей, которые получают прибыль на Форексе, хорошо зарабатывают на этом, получают здесь пассивный доход, они никогда не будут вас спрашивать, а как мне вывести свои монеты? А что там биржа на обмен монет не работает? Они будут рады и счастливы от того, что компания Success Factory сделала для них такой пассивный доход. И монеты Dogecoin люди уже будут рассматривать правильно, как создание своего капитала на ближайшие 10, 20, 30, 40, 50 лет вперед. И когда я увидела вот этот маркетинг-план, он прямо зажег меня, прямо там же 23 или 24 февраля это было в Дубае. И, конечно же, я всем об этом рассказываю. Я специально сделала себе аккаунт в Инстаграме. Я его рекламирую, чтобы как можно большему количеству людей рассказать об этой возможности. Я общаюсь со своими партнерами по сети, кто у меня есть, те уже, кто купили. Да, может быть, сначала люди как-то скептически смотрят на это, особенно когда у нас не было результатов. Но так как у нас сейчас уже за несколько месяцев есть результаты, люди уже гораздо внимательнее к этому присматриваются и гораздо внимательнее нас слушают, потому что они говорят, ну ладно, хорошо, мы там рискнем, сумма там 49 евро и плюс там 300 евро положить на счет, это не такая уж сумма, с которой можно обанкротиться. Но когда они получают первые результаты на свои 300 евро, они видят, что это работает, 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 и начинают сами, конечно же, еще больше и больше подключаться к этому. И Forex Insiders – это тот продукт, который поможет вам построить сеть партнеров, сеть довольных клиентов, потому что, чтобы просто быть клиентом на Forex Insiders, можно просто с карточки купить и все.
А если ты хочешь по сети получать, тебе нужно купить бизнес-фи и пакет докоин. То есть у вас Forex Insiders – это тот продукт, который будет создавать вам товарооборот еще и на докоин. И когда человек получает здесь прибыль, он видит, что это работает, он спрашивает, а что у вас есть еще? А дайте мне еще. Вот он здесь денег заработал, потом он может уже спокойно послушать про монету и уже купить себе монету. И когда он видит, что у него получается, у его друзей получается, и ему гораздо проще начинать приглашать, потому что это наша компания, наши продукты меняют вообще парадигму мышления сетевого бизнеса. Потому что мы несем реальную пользу людям в тот момент, когда никто этого сделать не может. Ни одна сетевая компания, другая, не имеет такого набора уникальных продуктов, как у нас. И это именно то, что создаст вам в ближайшие год, два, три, четыре, пять такой пассивный доход, о котором вы даже, может быть, и мечтать не могли. И именно об этом Игорь говорил, Игорь Альбертс, на презентации этих продуктов, он говорил, что с этим продуктом вы станете краун-амбассадор за год. Потому что вот этот товарооборот, он же считается в годовой товарооборот, и он с каждым месяцем все больше и больше и больше и больше и больше. Поэтому изучите, начните делать. Только действия приносят, приводят к нас, к результату. Только действия, только изучение, только действия. Да, нужно понимать, что человек заходит в команду с позитивом, с положительными эмоциями, да, он заходит и начинает сразу зарабатывать. Обычно проблема в чем бывает, да, как у новичков, особенно, которые впервые в сетевом маркетинге, что денег нет. А тут человек пришел, и он сразу зарабатывает, и у него хорошее настроение, он готов все слушать и слышать, и у него нет никакого отторжения от информации, он занимается, обучается и идет дальше по всем продуктам. Поэтому тут именно вот тоже человек на позитиве будет с вами. Первый продукт такой сразу доходный и интересный для него. Да, сначала человек становится клиентом на Форекс, допустим. Потом, когда он получает свой результат на Форексе, вы ему говорите, что ты можешь делиться возможностью, делиться со своими друзьями, родными и всеми остальными и еще зарабатывать на этом. После этого он регистрируется, покупает бизнес-фи, покупает любой пакет Доккоин, и он может получать товарооборот от сети, да, 10% от малого, от малой стороны, плюс 10% по личным продажам, бонус от прямых продаж. Также он может участвовать, значит, в карьере, да, создавать свою карьеру, создавать товарообороты, получать награды, очень хорошие подарки, которые компания делится, да, которые компания дарит, и это действительно наши подарки. Вот у Николая, например, Мещерякова есть ручка от компании, подаренная в Дубае, именная, это ручка Монблан, она в России это стоит 30 тысяч рублей. А вот эта именная ручка стоит гораздо-гораздо больше. И такие щедрые подарки, как вот у нас наш лидер, наставник, черный бриллиант получает Мерседес, черный. Денис, покажи, пожалуйста, вот эту вот табличку, которую Вадиму дали в Дубае. Вот она. Вадиму как раз вручили эту очень хорошую, красивую вещь. Я, конечно, ее на сохранение пока взял, но я, конечно же, еще раз хочу поздравить Вадима, потому что вот она. Вот она, так, вот эта штука. Денис, надо покладывать ее почаще. Даймонд. Денис визуализирует себе. Это да, я уж так, наверное, как-то это... Хранитель, да, но это для всех вообще. Для всех такая картинка, на самом деле, и очень какая-то... Хорошая, кстати, кусочек коллажа, да? Да, да, хороший кусочек коллажа. И выполняя вот этот товарооборот, вы тоже можете получать ранги, выполнять квалификации, обучаться самому, обучать команду, быть в команде тысячи чемпионов и нести вот этот свет и богатство людям и получать еще вот такие замечательные подарки.
Да, я тоже, можно, добавлю несколько слов. Начинать прямо сегодня, ни в чем не сомневайтесь абсолютно. Поддержка феноменальна, уже большое количество людей разобрались, вы не останетесь одни, обязательно вам помогут разобраться, мы поможем разобраться. И начинайте сегодня, потому что каждый день отнимает у вас возможности. Прямо сегодня зарегистрируйте свой демо-счет у брокера, купите подписку и начинайте действовать. Пока вы не начнете, ничего не произойдет. Нужно начинать прямо сегодня, прямо сейчас. Ну что, да, всем тоже желаю успехов в этом прекрасном нашем и продукте, и вообще, именно если говорить про Forex Insiders, я вот всегда сразу же понял, как узнал об этом только-только, я летал там, не знаю, от счастья, потому что у меня был вопрос, ну-ка, почему же такого продукта еще не появилось еще раньше? Вот. Действительно, подарок от компании настолько шикарный, что теперь можно делать и все, да, то есть все дела, и не отвлекаться, что самое главное, вот как я подчеркну, что время на это уходит очень немного, и можно заниматься любым делом абсолютно, то есть, ну, и в первую очередь, конечно же, у нас очень много других дел, помимо торговли, да, поэтому вот Forex Insiders, он экономит наше время и дает доходность, как и, ну, одна из, не знаю, наверное, одна из лучших инвестиционных компаний. Хорошо, спасибо. Спасибо, ребята. Сейчас я поставлю короткий видеоролик и приглашу к нам нашего наставника Вадима Рафальского. Это человек, который привез этот бизнес в Россию. Это человек, который 23 года занимается сетевым бизнесом. Это мой личный наставник. Я его очень люблю, ценю, уважаю. Всегда прислушиваюсь к его рекомендациям. И это человек, который входит в чемпионский круг компании, в совет компании, черный бриллиант компании, да, как я уже сказала, и Вадим с Мариной сделали за первые 2 года работы доход 1 миллион евро и больше. И это именно те люди, у которых мы учимся, это именно те люди, которые сами создали результат, и они обучают нас, как создать наш результат. Поэтому сейчас короткий видеоролик и встречаем Вадима, пожалуйста.